китайцы убеждены, лотос растет не только на земле, но и на небе, в раю. Лотосы, украшающие райские озера, в действительности являются душами людей. Растения, в которых воплотились праведные души, всегда цветут и благоухают. А лотосы, в которых оказались грешники, вянут быстро. Климат рая категорически не подходит. Этим цветком восхищаются, любуются, перед ним преклоняются, ведь лотос – символ богов. В разных религиях он имеет свое значение и означает жизнь, возрождение, чистоту, забвение, мир, плодородие. А некоторые народы рассматривают его как взаимодействие мужского и женского начала. Лотос – это многолетнее двудольное кустарниковое растение с большими красивыми цветками. Его листья могут быть под водой, плавать по водной поверхности или же находиться гораздо выше ее, произрастая на упругих продолговатых черешках. Его семена существуют в виде орешка темного цвета с дыхательной щелью для зародыша и плотной жесткой оболочкой. Цветы лотоса почти всегда смотрят в сторону солнца. Это одна из причин того, что растение занимает особое место в древних культурах. Также лотос обладает целебными свойствами для устранения мышечной боли, чтобы улучшить циркуляцию крови, для избавления от спазма. Кроме того, некоторые виды лотоса успешно применяются для улучшения потенции, устранения мигрени и заболеваний Альцгеймера. В состав цветков входят некоторые алкалоидные вещества, обладающие антиспазматическим действием. Купить свежие семена лотоса вы всегда сможете в магазине «Феникс» по ссылочке в описании. Ну а если вам понравилось видео, ставьте нам лайк, подпишитесь на наш канал и не забывайте про колокольчик.